Раннее утро, Индийский океан, подопечная Ози. И мы идем гулять. Там подали, вдали гуляет Чивас с хозяйкой. Это Ози. Ози, привет. Нет. Ну, это первый раз, первый вообще мой выход, собственно говоря, с собакой. Как мне сказали, что она не очень хорошо ходит на поводке. Мы сейчас попробовали ринговку. Ну, сейчас позанимаемся маленько. Давайте на примере Ози сейчас я продемонстрирую, как нужно ходить примерно рядом. То есть сейчас буквально минут 15 назад собака вообще не ходила. Ну, в принципе, она и сейчас еще не ходит. Но для того, чтобы тренировать, нужно что? Нужно. У нас есть два два положения поводка. Первое, вот такой прослабленный поводок, но не сильно, чтобы коррекция была возможна. Второй, когда поводок натянут, и тогда у нас идет коррекция. То есть вот нормальное состояние поводка. Вы либо меняете направление движения. Сидеть. Да, хорошо. Вот, либо меняете направление движения, либо останавливаетесь. Ну, либо корректируете поводком. Давайте сейчас пойдем попробуем. Ози, пошли. Пошли. Вот это нормальная. Вот она сейчас на меня сейчас влево забирает, вправо, я влево пойду. Вот она сейчас туда начинает, мы идем обратно. То есть принимая решение здесь я, куда идти, в какую сторону. Да, рядом, рядом. Поправься. В той стороне, куда она рвется, гуляет ее хозяйка, настоящая хозяйка, и пес, с которым она привыкла гулять. Ну, наша задача сейчас научить собаку рядом, потом это передать все хозяйке. Ну вот рядом. Когда она идет рядом, я говорю, что она молодец. Но говорю это условным подкреплением, именно словом рядом. Здесь не даю обнюхивать никакие предметы. Ей жутко интересно, что здесь находится. Она пытается все обнюхать. Нет. Нет. Ну вот, 20 минут. И в принципе более-менее достойное какое-то исполнение уже у нас есть. Я резко никогда не тяну. Вот не тяните никогда вот так вот поводок. Это будет вызывать только собаке желание тянуть еще сильнее. Если будете делать корректировку вот такими вот рывочками небольшими, вверх или в бок. Всегда давайте собаке возможность поправиться. Рядом. Рядом. Никогда не думайте, что вы из пункта А дойдете в пункт Б. У вас это просто не получится. Почему не получится? Потому что... зацепилась ногой, занервничала. Потому что вам придется постоянно менять направление движения. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Занимайтесь своими собаками, любите их. Заслужите доверие и уважение. И у вас все получится. Сейшельских островов.